Шесть современных бронеавтомобилей «Спартан» получили сегодня бойцы «Азова». Военную технику сегодня вручили, а также испытали секретарь СНБУ Александр Турчинов и министр МВД Арсен Аваков на полигоне Нацгвардии под Киевом. Некоторые разработки вооружения уникальны и не имеют аналогов в мире. Все отечественного производства. Испытания техники видел Виталий Тарас. Это бронеавтомобили «Спартан». В зону боевых действий подобные машины отправляли и раньше, но эти особенные. Все новые автомобили «Спартан» оснащены уникальным боевым модулем. Кроме крупнокалиберного пулемета, здесь установлены еще две радиоуправляемые ракеты. Они способны поражать военную технику соперника на расстоянии до 5 километров. Система называется «Сармат», способна поражать не только живую силу противника, но также тяжелую бронетехнику и вертолеты. Нет аналогов, это абсолютно новая техника. Это семейство «Стугна», это производство наше украинское, и сейчас это поставлено на поток новые типы ракет, которые будут очень уместны сейчас. Это вновь произведенное новое вооружение, которое буквально было отработано в последние месяцы. На полигоне журналистам демонстрируют стрельбу в движении и с выбранной позиции. Машина до боя готова, проводим его. Маленькая красная точка на экране – это доказательство того, что пули попали в цель. Ты сидишь в безопасности, наверху не надо вылазить, здесь модульная установка, которой управляешь, легко наводится и одним движением пальчика производится выстрел. Также там есть тепловизор, который очень нужен в наших условиях. Ракетами сегодня не стреляют, да и систему управления пока не демонстрируют. Говорят, не для посторонних глаз. Но на словах просят поверить. Оператор с точностью до нескольких десятков сантиметров может поразить технику противника. В зону боевых действий отправляются не только «Спартаны». Завтра утром уедут грузовики для перевозки солдат, передвижной командный пункт, скорая помощь, эвакуатор для подбитой техники и три новеньких БТРа. «Укроборонпрома» працює в три зміни для того, щоб забезпечити наші Збройні Сили Національної гвардії бойовою технікою. Найбільш ефективно працюють не стара відремонтована техніка, а саме нові зразки, які ми зараз з вами бачимо. Тому що нова техніка є нова техніка. І особливо та нова зброя, якою ми зараз цю техніку оснащаємо. Всего в полк Національної гвардії «Азов» із нових петровців завтра відправлять 19 єдиниць техніки.